Вітаю всіх глядачів телеканалу «Херсон Плюс». Сьогодні у нас в гостях довірена особа кандидата в президенти України Юрія Бойка Ігор Устинов. Вітаю. До виборів залишилось зовсім трохи часу. В неділю кожен з нас має прийти на дільницю і зробити свій вибір. Чому ви зробили вибір на користь Бойко? Чому саме ви стали його довіреною особою? Я думаю, що це абсолютно естественный выбор для любого человека, кто понимает, что сегодня нашей стране нужен прежде всего мир. А таких людей более 70% населения нашей страны. Исключительно у одного кандидата в президенты, мы сейчас говорим о кандидатах в президенты, Юрия Анатольевича Бойко, есть четкий план урегулирования той ситуации, которая сегодня беспокоит, как я уже сказал, более 70%, которые ставят на первое место именно эту проблему нашей страны, четкий план урегулирования ситуации на Донбассе, в первую очередь. Именно Юрий Анатольевич Бойко – единственный кандидат, который предлагает реальный механизм разрешения этой первоочередной проблемы для нашей страны. И для этого нужно сделать не так уж и много. Первое – это четкое соблюдение со стороны Украины Минских соглашений, которые, я напомню, нашли поддержку со стороны всего мирового сообщества и в тот период времени, когда они были достигнуты, стали, скажем так, Рубиконом и стали основной причиной или то, благодаря чему на тот период конфликт, по сути, был остановлен. Ну, абсолютно все говорят, что Минские угоды не выполняются за боков. Сложно давать оценку другой стороне. Мы сейчас говорим про то, что должна сделать украинская власть и что должны сделать мы здесь, на местах, для того, чтобы наши люди не гибли на этой войне. Минские соглашения, как я уже сказал. Это, конечно же, должны быть прямые переговоры, потому что если мы возьмем историю всех войн, историю дипломатических отношений всех стран, не было такого, когда бы исключительно силой было достигнуто какое-либо решение того или иного военного конфликта в современном мире. На счастье, никто зараз и не пропонує виключно військовий вариант розв'язання цієї проблеми. Никто этого не предлагает, но условная партия войны, которая существует в Украине, не делает ровным счетом ничего для того, чтобы это решение было достигнуто путем политико-дипломатическим, путем проведения переговоров. Ведь мы четко с вами понимаем, с кем должны быть на самом деле эти переговоры. Эти переговоры не должны быть с Германией, еще с какими-то странами Европейского Союза. Они не являются сторонами этого конфликта. Эти переговоры должны проходить напрямую с российской стороной. И, безусловно, я думаю, что мало найдется людей, которые допускают какое-либо отстраненное участие России. Безусловно, она принимает в этом конфликте прямое участие. Эти переговоры должны происходить напрямую с той стороной конфликта, собственно, на территории, которая временно оккупированных территориях, где сейчас этот конфликт происходит. И вот путем вот этих сложных, это, безусловно, очень крайне сложный процесс, политика дипломатических договоренностей, я абсолютно убежден, и в этом убежден наш кандидат, может быть достигнут мир в нашей стране. Бойко пропонує посадити за один стіл переговорів і керівників ЛДНР. А як це сприйме суспільство? Ви знаєте, я думаю, що, і це те, о чому говорить Юрій Анатолійович Бойко, для того, щоб это нашло или не нашло поддержку в обществе, мы должны провести референдум. Но перед этим должна быть проведена огромная работа, должен быть выработан некий четкий, понятный механизм того, что мы получаем в конечном итоге этих переговоров. И потом этот вопрос, собственно, вот это достижение мира, каким путем, какой ценой оно будет достигнуто, он должен пройти через референдум. И люди должны дать свою оценку, они согласны на это или не согласны. Они согласны на то, что эти территории будут иметь особый статус, являясь неотъемлемой частью суверенного единого государства Украина, или не согласны. И, конечно же, только после этого, после того, как люди на референдуме, население Украины одобрит
А я абсолютно убежден, исходя из той социологии, которую я сказал, что 70% хотят прежде всего мира. После этого уже должны состояться непосредственно, ну, конечный результат. Мы должны получить мир на этой территории Украины. Но я хочу еще обратить ваше внимание, что очень много сегодня политиков, очень много, особенно представителей действующей власти, говорит об этой территории как о неком, знаете, куске земли. Но мы говорим об этой территории как о территории, где живут люди, где живут наши украинцы. И поэтому нельзя, и это было бы абсолютно неправильно, говорить о том, что эти люди, оставшиеся там, а это огромное количество людей, ведь далеко не у всех была и есть возможность выехать туда, потому что просто некуда выезжать. Огромное количество людей, они не задействованы ни в каких там формированиях и всем остальном. Да? И они точно так же, как и здесь, на этой стороне, ожидают мирного урегулирования этого конфликта. И это единственный, еще раз говорю, кандидат Юрий Анатольевич Бойко, который готов пойти на вот эти, может быть, даже непопулярные сегодня в нашей стране шаги, результатом которых должен быть мир. Я трохи вивчав програму кандидата і скажу, що вона побудована досить класично, ну, на трьох китах. Про одного ми вже поговорили, це мир. Інші – це боротьба з бідністю і розвиток економіки. Знаєте, в принципі, про боротьбу з бідністю, про обіцянки знизити тарифи, підняти зарплати і пенсії говорять всі, особливо з бігбордів. Знаю, що Бойко подав вже готовий законопроект про зниження ціни на газ. Що він передбачає і що реально можна зробити? Тому що обіцянці знизити ціну газу в 4 рази, ну, майже ніхто не вірить. Безусловно, ми розуміємо, що, і тут я з вами соглашусь, наверное, знаєте, сложно найти сьогодні предвиборну програму любого із кандидатів, яка б була построєна на другому принципі, крім як ми за все хорошее против всего плохого. Поэтому одним из приоритетных задач является вот снижение той огромной нагрузки на население, которая называется сейчас тарифным геноцидом. Юрий Анатольевич Бойко зарегистрировал законопроект о снижении стоимости газа до экономически обоснованного уровня 4900 гривен за 1000 кубометров, что позволит, причем для всех, как для предприятий, так и для населения, что позволит, ну, значительно уменьшить эту нагрузку. Ведь посмотрите, сегодня счета за то же самое тепло, да, вот в отопительный период, они с лихвой перекрывают все остальные счета, которые люди платят за воду, за тот же самый за квартплату и так далее. Цена на газ формирует многие другие тарифы, которые сопровождают его. Недавно Юрий Анатольевич провел встречу в Москве, потому что о чем бы сегодня ни говорила действующая украинская власть, о том, что мы независимы от России, от российского газа и так далее. Да, мы независимы напрямую. Мы покупаем российский газ в Европе, но с дополнительной накруткой европейской на транспортировку и так далее. Но скажите мне, где в Европе открыты, значит, какие-то новые источники добычи этого газа? Ведь понятно, что наш северный сосед, он является самым крупным на нашем континенте добытчиком газа, и у него цена реально ниже. Украина за рахунок своих недр могла б повністю перекривати потреби населення в газі. Да, мы неоднократно слышали эти вещи о том, что 18 миллиардов кубометров газа, которые добываются в Украине, их бы хватило для населения. Но только не стоит забывать, что добыча газа, которая происходит на территории Украины, всего лишь небольшой процент этой добычи охватывает государственные компании. А все остальное – это частные компании, которые добывают, которые имеют лицензии, разрешения, которые в свое время выкупили эти разрешения, и они добывают этот газ действительно на территории Украины, на территории Полтавской области, например, и при этом имеют абсолютно полное право продавать его и распоряжаться им, как они хотят. Другое дело в том, что, безусловно, этот процесс нужно регулировать, и я не говорю о национализации газовых месторождений, но вместе с тем, конечно, нужно установить приоритетное направление или приоритетную реализацию этого газа, добытого на территории Украины, в границах нашей страны. Плюс ко всему, давайте будем говорить честно, 18 миллиардов кубометров газа
которых условно хватает для потребления населением, их совершенно не хватает для потребления всеми промышленными предприятиями, теми предприятиями, которые формируют валовый внутренний продукт страны. Поэтому мы, и это нужно признать, без того, чтобы импортировать газ в страну, мы без этого никуда не уйдем. Для этого нужна, опять-таки, нормальное экономическое сотрудничество со страной, которая добывает этот газ и которая готова продать нам этот газ по самой минимальной цене. Потому что именно в этом заключаются экономические интересы нашей страны. Об этом говорит Юрий Анатольевич Бойко. Саме для цього він, я так розумію, їздив в Москву. Именно для этого он ездил в Москву. Я думаю, что для многих стало понятно, что это не просто пустые заявления, как делают многие сегодняшние кандидаты, обещающие, как вы сказали, в 4, в 5, в 10 раз и так далее уменьшить цену на газ. А для того, чтобы продемонстрировать, прежде всего, населению страны, что он является единственным договороспособным кандидатом, политиком в Украине, с которым наш северный сосед готов разговаривать и готов предметно разговаривать по вот этому, ну, животрепещущему проблеме нашей страны. Вот вы кажете, тарифный геноцид. Знаете, Батьківщину там два роки тому дуже сильно критикували за вислов геноцид села. Геноцид – це, ну, практично знищення великої кількості населення. Ну, тут, мабуть, про знищення не йде мова. Ну, знаете, тут можно по-разному оценивать, можно называть как это как угодно, тут как кому удобно. Но скажите мне, если пенсионер, который сегодня получает пенсию в размере 1800 гривен, например, там, живущий в городе Киеве или под Киевом, в любом селе, собственно говоря, в газифицированном, получая вот такую вот мизерную пенсию, вынужден платить в квартире, например, квартплату за газ, за воду, за водоотведение и так далее, сумму в 3000 гривен. Разве это не геноцид? Разве это не уничтожение вот этих людей? Разве это не доведение этих людей до полного отчаяния? Мы же погрузились в абсолютно уникальную ситуацию. Я вам напомню, что еще несколько лет назад, например, та же Херсонщина была одним из, ну скажем, не локомотивов, но в первой пятерки областей по газификации наших территорий. Так, у нас практически там каждый квартал новое село подключали. Абсолютно верно. Мы подключали новое село, развивали эту сеть газопроводов дальше. Территория области огромная, количество населения проживающего у нас всего лишь 30 человек на 1 квадратный километр плотность населения. То есть население разбросано по огромной-огромной территории. Херсонская область по территории равна практически территории государства Израиль, например. Имея вот такую огромные площадя, мы, тем не менее, даже в Херсонской области проводили вот эту системную газификацию. А сегодня приходится говорить о том, что люди вынуждены отключать газ, возвращаться в там, прошлый век, вот этим вот буржуйкам, пилить сады, там, да, лесопосадки и так далее. Да. Смотрите, что сегодня происходит в области. Куда ни поедь, везде эти акации, которые защищали поля от ветра и от суховеев, которые на нашей области, это же, они же практически вырезаны. Если вы сейчас вспомните, я не могу вспомнить, когда последний раз за последние 5 лет была информация о том, что какое-то очередное село было газифицировано. И так по всей стране. Вы однозначно згадуєте про пункт боротьби с бідністю, це и підвищення пенсій, да? Турбота про пенсіонерів. Але мені здається, що діюча влада дуже турбується про пенсіонерів, особливо от за місяць, за два до виборів. І що, ще треба підвищувати пенсію? Я думаю, що цей вопрос, конечно, лучше задати любому пенсионеру, вот выйти сейчас на улицу и спросить, вам хватает вашей пенсии или нет, на то, чтобы просто заплатить за те же коммунальные платежи. Откровенно скажу, я не представляю, что бы делала, например, моя бабушка, если бы я, мои родители, если бы мы не оказывали ей какую-то помощь для того, чтобы оплатить, купить поесть и так далее, вот она живет в селе. Точно так же и все остальные пенсионеры.
Проблема наполнения пенсионного фонда – это действительно одна из наиболее серьезных проблем, потому что мы имеем ситуацию естественного старения нашего населения, количество пенсионеров вырастает, 12 миллионов пенсионеров, которые сегодня живут в нашей стране, эта цифра постепенно прибавляется, вместе с тем огромное количество трудоспособного населения нашей страны выезжает за границу, соответственно, мы остаемся без платежей в бюджет, мы остаемся без налогов. Количество предприятий, способных оплачивать и платить достойную заработную плату, соответственно, отчисления в пенсионный фонд, оно также сокращается, поэтому это огромная и серьезная проблема наполнения бюджета пенсионного фонда. И не просто наполнение, а соблюдение четких норм закона про общеобязательное пенсионное обеспечение, согласно которого пенсия должна пересчитываться каждый год в зависимости от уровня инфляции. У нас же последние несколько лет это не происходит. Про пенсионеров вспомнили накануне выборов, дали им эту мелкую подачку. Сейчас к этому добавили еще так называемую монетизацию субсидий, которая ни к чему, кроме как катастрофической ситуации в коммунальной сфере, не приведет, потому что предприятия не получат, собственно, эти деньги, которые люди потратят, получив эту монетизированную субсидию на магазин. Пойдут купят лекарства, пойдут купят хлеб, колбасу и молоко, но при этом не заплатят за коммунальные платежи. Тобто ви вважаєте, що ця проба з монетизацією субсидій – це на 1-2 місяці? Я абсолютно уверен в том, что мы через 1-2 месяца будем иметь катастрофическую ситуацию по предприятиям теплоснабжающим, по предприятиям водоканала, где эти предприятия получали эту субсидию напрямую из государства и предоставляли эти услуги людям, ну, по сути, бесплатно. Люди же, получив эту субсидию в денежном эквиваленте, бедные люди, они потратят эти деньги на основные свои потребности, на то, чтобы пойти купить лекарства, на то, чтобы пойти купить какой-то кусочек, там, я не знаю, мяса, которого они не видели уже там на протяжении последних нескольких месяцев. Поэтому через месяц-два мы увидим вот этот вот огромный-огромный недостаток средств на счетах коммунальных предприятий. К чему это приведет, ну, сложно даже прогнозировать. Ну, ни к чему хорошему точно. Ви вважаєте, треба буде вирішувати новому президенту, чи діюча влада зможе з цим справитися? Я абсолютно уверен, що з цією задачею справиться Юрій Анатолійович Бойко. Для цього у нього є як чіткі механізми, так і та команда, з якою він прийде до власті. Але наповнення пенсійного фонду неможливо без нормально працюючої економіки. Які сфери економіки в першу чергу пропонує розвивати опозиційна платформа «За життя»? І в масштабах України і, в першу чергу, в масштабах Херсонщини. Да? У нас ж трошки інша промисловість і сільське господарство. На сьогоднішній день, останні 5 років, Україна шарахається і з однієї сторони, в іншу. І, вместе з тим, має абсолютно наработанные годами сферы промышленности, экономики, которые просто нужно сегодня поддержать и развивать. Их не так много, их там буквально 5-6. Это тоже судостроение, это самолетостроение. Мы когда-то были космической страной, у нас был полный цикл производства космических аппаратов. То, собственно, посмотрите, что сегодня происходит в мире, да? В Соединенных Штатах Америки. Мы стоим на пороге там просто путешествий в открытый космос и так далее. Да, Украина при этом стоит где-то в стороне от этого процесса. При этом еще несколько лет назад, десяток лет назад, имея полный цикл производства необходимых летательных аппаратов и всего остального, это сегодня может быть одной из таких вот точек роста для современной экономики страны. Безусловно, говоря про Украину в целом, Херсонскую область в частности, это сельское хозяйство. Конечно же, но в этой связи стоит говорить о том, что эти отношения с сельхозтоваропроизводителями должны быть тоже прозрачными и понятными как государству, так и им. Они должны быть сформированы на принципе того, когда сельхозтоваропроизводитель четко понимает, что в конце, по сбору урожая, государство не будет демпинговать цены, например, на то же выращенное зерно, и производитель сможет его продать по нормальной экономически обоснованной цене
ключевые те сферы, они наработаны, еще раз повторюсь, годами экономики нашей страны, их не так и много, они именно должны стать точками роста, теми точками, на которых будут создаваться новые рабочие места и так далее. Мы сейчас скинулись вот в Херсонской области в развитие вот этой альтернативной энергетики. Но посмотрите и посчитайте, сколько дает рабочих мест вот, развитие этого направления. 1-2, не более. Это хорошая вещь, да, безусловно, но в нашем солнечном регионе. Но при этом, что мы имеем в конечном итоге по поступлениям в бюджет, не по капитализации конкретных каких-то бизнесменов, а по поступлениям в бюджет, по пользе для населения, по пользе для тех территорий, на которых находятся эти, там, например, солнечные электростанции и так далее. Мы имеем абсолютный ноль, потому что, с одной стороны, эти организации зарегистрированы где-то в центре нашей страны, в Киеве, например. И, соответственно, все налоги даже тех 2-3 людей, которые они платят, они попадают в те бюджеты. А здесь это современные технологии, которые не требуют никакой рабочей силы и 2-3 рабочих места, которые там созданы, и ноль поступлений в местный бюджет. Егор Олександрович, ви як депутат Херсонської міської ради і керівник одного з найважливіших, я вважаю, комунальних підприємств міста Херсонелектротрансу, звичайно, розумієте, що в Україні, ну, край потрібно розвивати і транспортну галузь, усю транспортну галузь. Тобто у нас проблема доріг та громадського транспорту як для міста, так і для держави одне з найболючіших питань. Что треба робити в цьому напрямку? Безусловно, транспортная отрасль — это одно из ключевых направлений, и, собственно говоря, это всегда так было. Сразу буквально после окончания Великой Отечественной войны одним из первых министерств, которое было создано в масштабах той же Украинской ССР когда-то, это было Министерство путей и сообщения, основной задачей которого было налаживание транспортного сообщения со всеми населенными пунктами нашей страны. Именно в тот период было построено огромное количество линий железнодорожного сообщения, дорог и всего остального. Сегодня об этом забыли. Сегодня мы радуемся открытию там 5-6 километров отремонтированной дороги, и это возводится в ранг, ну, каких-то просто невероятных достижений действующей власти. Я думаю, что тот механизм, который был предложен по так называемому транспортному налогу, который платит любой автолюбитель, когда заправляет свой автомобиль, он на сегодняшний день является абсолютно непрозрачным, потому что мы до конца не понимаем, какое же количество средств из этого литра бензина, условно говоря, идет на то, чтобы дороги ремонтировались. Поэтому эту систему, конечно же, нужно пересмотреть, нужно построить абсолютно прозрачную систему сбора доходов вот этого транспортного налога или дорожного сбора, который должен существовать в нашей стране, который, собственно, существует, но огромная часть денег которого распределяется по непонятному совершенно принципу. Например, в Херсонской области весь транспортный налог, который мы получили с государственного бюджета в прошлом году, на 99% ушел на дороги области, и ноль попало на город Херсон. Хотя огромное количество транспорта как зарегистрировано, так и, собственно говоря, пользуются здесь именно горожане, это не случайно. Но городской бюджет в прошлом году тратил исключительно свои средства на ремонт, там эти латки, дорог и так далее. Ваша оценка стану дорог в Херсоне? Ну это ужасно, послушайте, если мы говорим о том, что в эти дороги в прошлом году было вложено там порядка 2 миллиона долларов, да, то я всегда говорю, пока в переводе с гривен на доллары, то, а это факт, то покажите мне хотя бы участок дороги в городе Херсоне, где можно сказать, что сюда вложено там 10 тысяч долларов. Его нету. Это связано с всем известными моментами коррупционного влияния в этой сфере. И, собственно говоря, я думаю, что с этим, конечно же, нужно очень серьезно разбираться, прежде всего, правоохранительным органам. Все мы видим, что происходит в этой сфере. В сфере транспорта, общественного транспорта в том же городе Херсоне, мы незначительно улучшили свои какие-то достижения по электротранспорту. Но опять-таки, ведь посмотрите, что происходит. Еще в 2013 году мы имели тариф на перевозки теми же троллейбусами гривна 25.
При этом в себестоимости этого тарифа, при этом киловатт электроэнергии стоил 36 копеек для предприятия. То есть в тарифе гривна 25 было заложено там, не более 30% стоимости электроэнергии, все остальное это зарплата, амортизация и так далее. Сегодня мы имеем тариф 2 гривны 50 копеек и имеем тариф на электроэнергию 3 гривны 33 копейки. Это даже если, вот условно говоря, взять то соотношение, которое было еще до 2014-2013 году, и переложить его на сегодня, на сегодняшний день, то мы понимаем, что вот соблюдая то соотношение 30%, сегодняшний тариф на электротранспорт должен быть там не менее 9 гривен. Ну, конечно, такой тариф, он абсолютно недопустимый, просто невозможен для оплаты бедным населением, которое сегодня пользуется этим социально ориентированным видом транспорта. А по сути ведь это факт, потому что в свое время, в 2016 году, Национальная комиссия по регулированию электроэнергетики посчитала, что предприятия электротранспорта – это предприятия второй группы, так называемой, то есть те предприятия, которые вырабатывают валовый внутренний продукт страны. Но это же абсолютная глупость. Поэтому, конечно, должен быть льготный тариф для электротранспорта, что позволит его развивать не только путем вливания из местного бюджета, поскольку он является в нынешних условиях абсолютно дотационным с действующим тарифом, но и развивать его с пониманием того, что огромное количество людей пользуются не автомобилями, а машинами. Да? Этого, к сожалению, далеко не все депутаты Херсонского городского совета понимают это, пользуясь своим личным транспортом. Хотя, если на самом деле посмотреть, то ведь большая часть населения нашего города перемещается именно на общественном транспорте. То же самое с маршрутным транспортом. Мы имеем коммунальное предприятие, на котором Херсон Коммунтрансервис, на котором всего лишь 7 маршруток находятся в коммунальной собственности. Это ли не позор? Конечно, нужно разобраться, куда делись те все, весь этот автопарк. Но об этом все сегодня молчат. Мы выделяем средства на приобретение там, 17, по-моему, или 19 новых маршрутных транспортных средств. Но скажите мне, на 300-тысячный город разве этого достаточно, если только сегодня на маршруты должно по расчетам выходить не менее там, 300-400 вот, маршруток, которые должны обеспечить в нормальном режиме потребности горожан. И это, конечно же, связано с абсолютным вот таким шараханием, с отсутствием комплексного подхода развития этого направления, с отсутствием комплексной программы, которая бы была подкреплена бюджетными средствами. Ведь у нас в каждой программе все написано замечательно, но только каждая из этих программ финансируется по остаточному совершенно принципу там, не более 20-30%. Да? То есть в программе есть, что мы должны сделать это и это, а когда мы доходим до подкрепления финансовым ресурсом, его не хватает, потому что появляются какие-то там клумбы, однолетние растения, которых никто не видел, уборка дорог, которая не производится при бордюрной территории и так далее. Егор Олександрович, у вас есть возможность запросить все ж таки херсонцев 31 березня прийти и проголосовать, и, мабуть, маєте сказати за кого? Я хочу обратиться к своим соотечественникам с просьбой, конечно же, в первую очередь прийти. Обязательно прийти 31 марта на избирательные участки, выполнить свой гражданский долг, не дать возможность украсть свой голос. Это первое, это крайне важно. Второе, я абсолютно убежден в том, что ни один херсонец не хочет, чтобы наши сограждане, соседи, мужья наших знакомых и так далее, чьи-то дети погибали в этой ужасной и страшной войне, которая сегодня происходит на территории нашей страны. Поэтому первое, что нам нужно, это достижение мира. И, как я уже сказал, единственным кандидатом, единственным политиком, который сегодня предлагает реальный механизм урегулирования этого конфликта и достижения долгожданного мира в нашей стране – это Юрий Бойко. Поэтому я, конечно же, призываю всех вас прийти на избирательные участки 31 марта и сделать свой выбор, проголосовав за мир, за Юрія Бойка. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях в студії був довірена особа кандидата в президенти України Юрія Бойка Єгор Устинов. І дякую вам за змістовну розмову. Дякую.